Перед тем, как я начну этот видеоролик, я хочу вам показать, сколько времени сейчас. Блин, там плохо видно, но видно, что время 23:11. Я очень хочу спать. Мне осталось спать... Ну, перед тем, как встану, мне осталось спать не больше 8 часов. Мой график сбился максимально. Я сплю в лучшем случае 6,5 часов, и это прям в лучшем случае, в среднем 6 часов. Многие скажут, что это нормально. Нифига это не нормально. Нормальный сон должен длиться 8 часов. Сейчас я выставил аппаратуру. У меня есть свет, у меня есть камера. У меня есть здесь микрофон и экран, на котором я смотрю себя же. Я очень постарался, чтобы сделать для вас видеоролик. Если вам жалко поставить лайк, мне очень обидно. Просто знайте это. Всем привет, с вами я, Данила Громов, а.к.а. D104X. Кухня. Кухня. Нет места больше, где снимать видеоролики. И времени, к сожалению, на видеоролики также нет. Но есть кухня. Название видеоролика. Я игрок Амкава. Да, в этом названии есть некий кликбейт. Да, обложка тоже заинтригованная, но при всем при этом, я считаю, что видеоролик того стоит. Вы не поверите, но прошел уже почти целый месяц, как я должен был вам рассказать, что я купил себе форму Амкала. Вообще, изначально я снял этот видеоролик, я вам больше скажу, я его даже отмонтировал. Но потом, случайно, у меня на карте памяти все крякнулось, и получилось так, что файл потерялся. И исчез полностью с моей флешки. Перезаписать видеоролик все не получалось, потому что с того времени погода ужасная, к сожалению, и красиво так подсъемки не получилось сделать на улице, как бы я хотел. Опять же, живые эмоции, которые я испытывал, когда впервые доставал эту форму, я тоже вам уже никак не покажу, потому что это все стерлось. Хотя материал был прикольным, и вместе с Владом на улице это все делали. Но контент нельзя терять, поэтому я должен вам показать свою купленную форму. Я не знаю, в Кинешме много ли ребят, которые имеют форму Амкала. Я, честно, вживую ни разу не видел. Я вообще вживую, честно говоря, ни разу форму Амкала не видел. Поэтому для меня было немножко приятно то, что я купил ее сам себе и влился в какую-то историю медийного футбола в России. Если не тянуть кота понятно за что, то я должен сделать просто вот так. Ну что? Красотка, да? Ну красивая, прям очень клевая. Я не знаю, как ее по-другому писать, прям великолепная. Материал очень крутой. Дизайн просто шикарный, очень необычный. И в нем есть, для меня почему-то я вижу отголоски формы сборной Нигерии, потому что она тоже такая интересная, со всякими узорами. Просто там более такие зеленые, белые цвета. Здесь черные, золотистые цвета и смотрится, ну серьезно, очень круто. Когда я приобретал эту форму, я понимал, что если и покупать форму Амкала, то нужно прям входить в историю этой команды. Поэтому я решил сделать вот такое чудо. Громов 10. Сипскана где-то нервно курит в сторонке. Это первая моя футболка к 22 годам моей жизни. Это первая футболка с нанесением, где есть мой никнейм, моя фамилия, хоть что-то моё. Я стал постепенно коллекционировать различную футбольную форму. И если у вас есть какие-то футбольные формы, которые вам не важны, то я буду рад принять их в дар. Я хочу собрать очень большую коллекцию. И когда-нибудь, когда я буду уже старым, надеюсь, она у меня получится. Ну что, красавец? Герман Эль Классико, мне кажется, может завершать карьеру, я его готов заменить. Я очень долго ждал, чтобы сделать крутую подсъемку, но, к сожалению, никак не получилось это сделать. Поэтому хвастаюсь вам вот так вот. Какой я красивый, наблюдайте, смотрите, любуйтесь. Ну а вообще, если на серьезке говорить, я безумно счастлив, что я могу себе позволить форму Амкала. Хочу напомнить, что в Адидасе она вот сейчас, без скидок всяких, стоит 4000 рублей. Я не помню, за сколько я ее купил, потому что это было месяц назад, но там тоже примерно такая же сумма, с условием того, что у меня еще нанесение есть на форме. Год назад, наверное, я бы не поверил, что я могу себе позволить такую футбольную форму и при этом сильно в денежном плане не потерять. К сожалению, глубочайшему моему сожалению, это все не благодаря вам, не благодаря тебе, потому что ты, возможно, вообще не ставишь лайки. Ты, возможно, просто ленишься даже комментарий написать. А у меня стата падает из-за тебя. Мне приходится работать. Ну, в принципе, смотрите, вот я работаю и могу еще себе позволить. В принципе, работе спасибо за это. Завтра, уже завтра, мне исполняется 22 год.
В идеале завтра выйдет видеоролик футбольный про пульс. Там будет весело, там будет весело. И надеюсь, что я все успею сделать. Хочется, чтобы вы меня поддержали в моем начинании. И я надеюсь, что вместе с вами мы еще пробьем какую-нибудь планку Ютуба. И, возможно, когда-нибудь вот эту форму с этой командой буду себе покупать. Не буду я себе покупать, а мне просто ее выдадут, потому что я буду играть за МКАЛ. Возможно, я буду играть за любую другую команду, но которая будет приносить удовольствие вам и мне одновременно. Да, есть пульс, но, к сожалению, все-таки, наверное, проект полностью не реализовался, так как просмотры пульс набирает маленькие, а лайки он набирает небольшие. Жизнь суровая штука, и, наверное, вы устали от череды больших наших поражений. Значит, время меняться. И время что-то менять. Хочется верить, что наступает время перемен. А наступит оно или нет, и как оно пройдет, давайте смотреть в моем 22-летии. С вами был Данила Громов, АК D104, которому на данный момент 21 год. Но помните, что уже совсем скоро я буду 22-летний ребенок, который до сих пор хочет получить от вас всего лишь лайк. Ну или можно донат оформить, там в ссылках в описании я его вам оставлю. В принципе, донатом я тоже буду очень счастлив. Всем спасибо за просмотр, всем пока!